Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Моя профессия – изготовление самозаточных тяпок. И благодаря этим тяпкам у меня появился сад, в котором я иногда веду репортажи, показываю. Вот с Марсиком мы ходим, смотрим, что здесь происходит в саду. У нас есть водоем, есть деревья, сад. Сад большой, поэтому я иногда периодически показываю, что в нем происходит, какие-то работы, что мы делаем. Те, у кого нет своих участков, дач там или земляных, ну что-то такое, типа вот как у меня, то, конечно, им интересно посмотреть. И все мы любим природу. Если, конечно, нет возможности эту природу посмотреть своими глазами на свою природу, то милости просим в наш сад, где мы и будем показывать, что у нас здесь происходит, как мы ловим рыбу, как мы сажаем деревья, чем мы занимаемся. Марсик, сейчас я переключу камеру. Пойдем. Марсюник, пошли. Марсик мне всегда помогает в саду. Он очень любознательный у нас. Любит природу. Любит ходить со мной, гулять по саду. Ну, пойдем. Что мы будем сегодня делать? О, давай-ка, наверное, попробуем поймать рыбку. Саш, привет. Здравствуй. Ты проверял сегодня этот садок? Еще нет. Там. Ой, а что у нас тут с озером? Белое. Белое, да. Это вот она цветет. Вот она. Ивушка. Ну, не страшно. Это все потом сядет на дно. Рыбки покушают, кувшинки видно. У нас здесь такие приспособления есть, которыми мы ловим рыбу. Ну давай пробную, сделай вытяжку. Я покажу, как работает. Одной рукой мне неудобно будет делать. Обычно я это сам делаю, но сегодня мне поможет Саша. Так, что там у нас? Ничего нету. А, потому что нет подкормки. Все, опускай. Сейчас мы положим подкормку. И рыба подойдет, и мы вытащим. Есть там что-нибудь? Конечно, есть. Принеси подкормки, заложим. Сейчас принесу. Марсюнчик, а ты что там спрятался? А? Марсюн, жарко тебе, да? Да? Ну давай. Марсик. Ой, балдеет. Травы наелся. Сейчас мы рыбки поймаем и тебя накормим. Рыбы здесь полно, очень много рыбы всевозможной. Вот он, в ожидании рыбки, любит рыбу. Мы свеженькую даем, маленькую, которая не идет на жареху, отдаем Марсику. Я на удочку часто ловлю, он сидит со мной и ждет, когда мелкая рыбка попадется. Я хочу поймать крупную, а он хочет, чтобы поймалась мелкая, потому что крупную я ему не отдаю, а мелкую отдаю. Сейчас подкормим рыбу и посмотрим, что у нас здесь. Прикормка сработает, рыба подойдет, мы с Марсиком погуляем. Марсюник, иди за мной. Иди, рыбка еще не подошла. Ой, теперь он сегодня уйдет. Марсик! Ну, я пока прогуляюсь, посмотрю вот на клубничку, на пионы, что у нас здесь вот, огородик, вон он уже, клубничка вовсю, созрела, ну, вот она, съем, о, красота, иди. Иди сюда. Тебе дать клубнички? Будешь? Ну что ты? Ну какую тебе? На. На, маленькую. На, кушай. Ну кушай. А, все. Теперь он хочет рыбы. Ну, короче, ничего теперь у нас не идет на ум. Его тянет к водоему. Ну что, Саня? Да. Где вы там?
Ну что, давай достанем, может быть, уже подошла. Давайте. А то он, Женя, он мается. Рыбки хочешь? Ну да, сейчас подожди. Марсенчик, ну-ка. О, ну-ка вытаскивай. Марсик. Марсик, глянь, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. О, ну все. Ну что, скушал? Пошел. Марсик, а где рыба? Куда он ее? Во рту. Во рту? А ну-ка, ну вкусная рыбка. Марсюн. Хвост держит. Ну ты ешь давай, что ты? Ну ладно. Сань, ау. Давай, знаешь, что это? Просушить ее надо будет. Возьми, а то, глянь, там листья, это все. Просушим, вытрясем ее. Подставь эту палочку. Возьми, там у нас где-то лежит. Ну вот она. Ага. Да, пока рыба. Марсик ест рыбу. Вот так, во. Надо побольше было палочку бы, чтобы туда воздух проходил. Вон, смотри, сколько на ней всякое это. Она, листья. Все это сейчас высохнет, вытрясем. Так, ты туда не заходи, Марсик. Куда ты? Все, пошли гулять. Пошли, ты доел рыбку? Все, не подходи к сетке. Ну все, пусть она сохнет, Саш. Ага. Просохнет, тогда вытряси ее. И постарайся вот это с очком немножко, может, убрать. Я подойду тогда. Вдвоем уберем. Да, пусть пока она просыхает. Марсюнчик, так ты ешь рыбку, дружочек? Фосфор, это полезно. А ты поделишься с Жориком или с Лириком, а? А, нет, конечно. Ну ладно, пока Марсик кушает рыбку, я пошел. А давай-ка, дружочек, я вижу, ты не хочешь, давай я Лирику отдам. Лирик ее моментом скушает. Что-то ты не голодный. Давай. Не мучай. Быстро проглотил и все. Приходится таким образом собирать. Ну, не все, конечно. Смотри, лягушку. Подожди, где она там? Вот она. Эй, лягун, уплывай. Ну-ка. Вытряхай. О, вот как здорово. Саш, я побежал на работу, сбегаю тогда. Хорошо, хорошо. Ага. Подъеду через минут 10 тогда. Угу. Все, пусть он тогда тут. Я ворота тогда закрою, чтобы сюда никто не пришел, не отнял у него. Все, сейчас подъеду. Так, ну, сбегал на работу. Сань. Ну что там? Просушились их? А где Марсик? Там где бегает. Пойдем поищем. Это надо его туда уже. Там соскучился Жорик без него. Они когда вместе им рыбу дают, дерутся тогда, поэтому я по отдельности. Где он там? Марсик! Марсик! Марсик, иди сюда! Где ты? А куда он убежал? А он не выбежал? Ворота. Марсик. Где он? О! Не понял. Сань! А это что за рыба у нас? А вот, поймалась, глянь. Это что такое? Марсик, ты как сюда попал? А, ты же палочку поставил, он залез. А ну подожди, ну пусть тут. Вот и сиди тут. Эй, дружок. Эй, дружочек. Попался. Попался? Ты же палку подставил. Ну да. А он, ну что, как он вылезет отсюда, интересно? Ну что, Марсюн? Марсик. Марсик. И рыбу не бросит, слышишь? Ну конечно. А знаешь, как ловят обезьян в Африке? Берут бутылку, кидают с узким горлышком, слышишь? Кидают туда орех. Вот. И привязывают бутылку к дереву. Ну, обезьяна залазит и руку туда просовывает, ну, лапу. Хватает этот орех. А назад уже с орехом вытащить не может. И орех не отпускает. И орех не отпускает. И ее приходят и живую берут всю. Ну, бутылку разбивают, потому что она не выпускает. Так вот, глянь, смотри. Он и рыбу не бросит.
Значит, ему мешает, ходит. Марсюн. Слушай, ну и что, долго ты будешь ходить? По кругу ходит. Ты как-то обезьянка, да? Попался. Попался ты, дружочек. Ай, вот она, жадность какая, видишь? Так Жорику, ты наверное, хотел отнести. Ты что, Жорику хотел отнести или Лирику? Смотри, что он делает, видишь? Он теперь проблема у него. И рыбу бросить не может. И вылезти не может. Ну и что, будешь тут долго сидеть? А? Марсик, Марсик, я не буду тебя открывать. Вылазь сам. Ты как сюда залез? Ты ж смог залезть сюда? Ну, смоги и вылезти. Что? Что-то дышит. Дышит тяжело. Устал. Устал. Ну что, освободим его? Не, посиди еще немножко. Мокрый весь. Мокрый. Ну давай, бери своего карася. Давай, наверное, карася. Бери рыбу. Он отдаст его. Давай, ведерко, его скупаем. Свободен. Свободен. Так, ну что, неси. Понеси Жорику. А, вон аж палка, глянь, где. Ты, ну, ее выбил. Ну, поставь, пусть сохнет тогда. Так, ты больше сюда не залазь. А то опять попадешься. Никого не пускай пока. Дай ему во двор. Так, давай, наверное. Видишь, забирай рыбу. Сань, забери рыбу. Ага. Забери. Отдавай. Отдай. 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 Отдай рыбу. Я хотел его скупать. Ну что, он теперь будет ходить. Он теперь будет ходить с этой рыбой полдня. И сам, он же перед этим съел рыбу. Ну, отдай. Ага. Так, ну мне надо идти на работу. Ну, отдай. Отдай рыбу. Ух ты, да. Отдай рыбу. Отдай. О, Марсион. Ну, отдай рыбу. Отдай рыбу. Смотри, чтоб не тяпнуться. А там Марсик. Ой. Собственник. Ну, все. Ну, ладно. В общем, освободили мы Марсика. Ну ты тогда это, знаешь, наверное, убери эту палку. Подними ее вот так вот. Возьми. Сейчас. Подожди, вот так вот. Вот так вот. Вот, вот. Сюда. Все. Теперь уже вот так она. Надо было сразу так сделать. Все, пусть просохнет, протряси тогда ее. Ну как же у него забрать рыбу? Он ее будет полдня таскать вот так вот. Он же проглотить не сможет и откусить не сможет. Давай как-то я его отвлеку и отберем у него рыбу. Просто ее порезать на кусочки? Или он ест, да? Да ест, уже голову съел. Ну ладно, это тогда твой будет, что тогда, ужин, обед, да? А рыбу он любит страшно. Не дает. Нет, они, что, вот я когда рыбалю на удочку, он прям сидит возле меня, часами сидит. А знаешь, как интересно, я ж когда вытаскиваю из воды удочку, он же не видит леску, он видит, что рыба выпрыгивает. И я потом вот так подвожу прямо к нему, ну, снимаю с крючка. И он подумал, что, наверное, она выпрыгивает, и прям в рот ему падает. Поэтому он к озеру всегда приходит в надежде, что она выпрыгнет, и он ее скушает. Ну, вот такая маленькая история с Марсиком. Все. Пошел я на работу. Марсик, ну давай, ладно. Давайте. Не буду. Все, Сань, пока. Давайте. Давай тогда. Опять прикормочки положи там. Ага. Что-нибудь на вечер, чтобы поймать. Все, Марсик, пока. Ладно, ждать мне некогда, пока он там доест рыбу. Побежал на работу. Ой, чудеса в этом саду. Серега. А ты видел, да. Что там случилось, а? Да пока... нет, я работал. Ага, там Марсик в сети попался, рыба откуда-то у него взялась. Короче, иди посмотри, Жорика не пускай. А то не... Иди посмотри, вон он, глянь, уши торчат. Иди посмотри, там он рыбу ест. Давай, доест, тогда Жорика пусти сюда, хорошо? Да. Все, побежал я на работу. Жорик, Жорик, а ты там такое пропустил. Ну... Ну иди, ладно, уже Марсик доел нам. Иди, иди. Может ему там хвостик хоть достанется. А я думаю, где он есть? Отраву некому помогать собирать. Ага. Без него. Ну да, скучно. Так а мы идем, Саня, а он в сетке сидит. И ты знаешь, так интересно. Главное. Залез туда, рыба во рту. Бросить не может ее, вылезти тоже не может. В общем, комедия. С этим Марсиком. Ну все, Жорик, ты упустил такой момент. Все, Сереж, побежал я на работу. Пока.